Жалко Володьку. Бабушка, а как вас по имени-отчеству-то? А я не помню. Ну да. Не, ну в деревне же как-то вас называют. А я не знаю. Ну, а деды как вас кличут? А я сама прихожу. Душаро, говорят, душаро. Душаро? Эй, душаро, говорят, иди сюда. Деды кличут. Душаро. А паспорт у вас, бабушка, есть? Ну, еще Российской империи метры, конечно. Изнаночек. Ух, какой хороший изнаночек. Где покупали-то? А что, с Индии-то привезли, наверное, да? Настоящий индийский-то, наверное. Высокогорный, да. Высокогорный. Сами-то? Ой, какой. Вот как его в 30-х годах завезли, так с высокогорья. В вашу пору вашей молодости. Тот самый вкус, тот самый чай, как раз оно и есть. О, какой. Нет, у нас-то похожи были, похожи. У нас в брикетиках соломка нарезана. Не, это соломка для кого вот в деревне? А вот на верхушку им как раз этот чай давали. Он просто... Да ты не поняла, детка, маковая соломка. Ну что вы все смеетесь?